Район Ключевая отапливает единственная котельная. Она принадлежит заводу «Авангард». Сегодня у предприятия денег на закупку мазута нет. Как нет и ничего нового в описанной ситуации. Единственное, что отличает нынешний кризис, это время его возникновения. В прошлые годы перебои с мазутом начинались, по крайней мере, в разгар отопительного сезона. Сейчас до его начала остается еще около 2 месяца, а ни топлива, ни денег на него уже нет. По мнению руководства завода, виновата в создавшемся положении городская администрация. В последние годы, к концу каждого отопительного сезона, у нее образовывался приличный долг перед «Авангардом». В прошлом году мэрия обещала погасить его к началу сентября. Правда, не деньгами, а мазутом. Обещание было выполнено. С конца октября мазут начал поступать на судостроительный завод. Да вот у меня есть здесь копии договоров, которые подписаны даже без указания цены. Потом приходит мазут на завод, через 3 месяца получаем счета, узнаем, что мазут в 1,5-2 раза дороже, чем он обычно на рынке. В результате, по окончании отопительного сезона, уже «Авангард» оказался должен мэрии. Такая ситуация ни администрацию, ни коллектив предприятия категорически не устраивает. А нас за это тоже лишают премиальных, потому что нет мазута. А мы не виноваты в том, что его не закупили вовремя. Тем не менее, на заводе продолжают собственными силами переоборудование котельной для использования газа в качестве топлива и не отказываются продолжить снабжение жителей микрорайона горячей водой и теплом. Завод «Авангард» готов, значит, отапливать, значит, район и подавать горячую воду, но город первое, что должен решить, это погасить убытки, отменить свое постановление о зачетах за теплоэнергию по такой дикой цене и создать запас мазута для отопления микрорайона «Ключевая».